Всем доброе утро. Мы снова в автобусе. Спасите. Выезжаем на проходку, походу. Очень известно, что мы выезжаем. Куда-то выезжаем. Будем танцевать, ходить. Буду вам показывать, где мы будем ходить. Встал, Саня, да? Трошки не выспались. На завтрак. Проспали завтрак. Первый завтрак и проспали. Ничего страшного, завтра успеем, 100%. Где в порты съедем? За сегодня. Кажется, у нас не было. Так что все будет хорошо. Рассказ. Саня нашел этих негров, сейчас будет как всегда действовать. Это банально тотально. Любитель шоколада. Да, дали один концерт, мини-концерт на улице и один в доме престарелых. Да, Саня лажал. Саня лажали все. Было очень здорово. Сказали, что девушки, бабушки и дедушки помолодели от наших там. Да, так что заказывайте, мой телефон указан в профиле. Да. Телефон появится вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Или здесь. Или там, где твой есть. Так что так, идем сейчас. На обед идем. Покушаем и дальше куда-то пойдем. Снова у нас обед. И Саня хлебчик, винишечко. Нет, это кола. Чисто это кола. Кола или кола. Вот. И приехали на обедик. Сейчас покушаем мазик и поедем. Да. Даже по десерту просто трогаешь. Вот. Крым. Осторожно. Хоть трогаешь, он полегче, парень. Мазик. Да, тут у нас мяско. Пирожки, овощи, дынька, десерт, сыр и сыр. Пока мы сидим, отдыхаем, проехали три номера. Сейчас саундчек музыкантов подстраиваются и дальше пройдем пару номеров. И все. Свободное время. А мы вот так сидим. Вот зал наш. Отдыхаем. Экстренное включение. У нас должна была начаться уже проходка, но проходки начинаются, потому что наших нет. У наших все идут еще из магазина. И Коля оставил телефон там, где мерил тапки. Мерил тапки и все, оставил телефон, ушел. Сейчас там разборки. Коля придет вам все расставить, но пока мы только вдвоем и девчонки есть там. Девчонки еще переодеваются. Только вдвоем. Только вдвоем. Так как ну, свет еще. Смотрите, баклан какой. Волосы прячутся. Жесть. Супермен, Сань. Супермен, собрал. Мы поужинали, пришли на концерт, как бы можно сказать, на котором мы должны были выступать полтора часа назад, полчаса назад начался, но прошло буквально 10 минут, и зазвенела сирена. Пожар. Вот. Да. И уже 20 минут звенит. И как бы... Они не могут его не делать. Да, они не могут ничего выключить, вот Саша говорит. Ничего не могут сделать. У нас бы сразу рубильник хлоп и все. Ну, у нас когда в общежитии срабатывала, кстати, пожарная безопасность, у нас даже в МЧС звонок, и им там буквально 2 минуты, и говорят, просто, ну, ложное сработало, ничего. И они выключали. Вот так вот. Ван, у тебя что-нибудь было в твоей жизни такое? Ну, то же самое, что и сами в общаге, потому что в одной общаге, походу, жили. И в тройке, и в двойке. Вот так. Все, а здесь...
А здесь как бы люди начинают из зала уже выходить, Панама там танцевала 10 минут, и все. И звенела сирена, и вот до сих пор. А я могу уже еще минут 20, да. Да, давайте. История была тоже. Ночью заработал сигнализация пожаробезопасная. А, видимо, это как его, вахтерша спала или что. Ну, то есть уже дольше обычно начинает это. И пацан вышел, там, как его уже забыл фамилию. Да, тапком по этой штуке, помиг, бр-бр-бр. Ну, я слышал просто, что-то там стучит, я спал. А потом, думаю, и замолчало. Утром просыпаюсь, на коридоре этот динамик разбит. Вот и все. Ну, это ФНК такой был. Сумасшедший такой. Так что, а мы ждем. Мы должны были начать выступать в 10. Ну да. А сейчас неизвестно, будем ли вообще выступать. Так что ждите следующих новостей. Выступаем на концерте. Сейчас пришли на фуршет. Или прям будем кушать, пить и общаться. И поздравляться. Сирена, кстати, спокойно, все нормально, спустя 40 минут, и мы позже начали, сейчас уже на часах там 12, все.